Здравствуйте, меня зовут Пестерев Игорь, я чемпион по кикбоксингу, и сегодня я научу вас одному из основных ударов, это прямой с правой, и покажу, как развить силу и скорость для этого удара. Так, прямой справа я буду показывать на Алексея, вот наш манекен. Алексей. Прямой справа наносится, как понятно, уже правой рукой. Для того, чтобы удар был хороший и точный, мы будем разворачивать спину максимально, толкаться при этом ногой и разворачивать ногу максимально, чтобы таз максимально развернулся. И бить Алексею, Алексей, привет, и бить Алексею через... Итак, выглядит он будет так. Ноги всегда немножко согнуты. Отсюда раз. И разворачиваем максимально спину. Здесь очень сильно включается спина. Должна включаться спина. Немножко плечо и трицепс. Трицепс это скорее больше для скорости удара. Спина и разворот таза и толчок с ног. Для силы удара. Для того, чтобы удар был сильный. Раз. 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 Итак, удар мы разобрали, теперь я покажу, как развить скорость. Для того, чтобы этот удар был не такой медленный, как я сейчас бил, чтобы он был быстрым, чтобы Алексей не успел заметить, как его ударили. Для развития скорости... Так, для развития скорости удара нам необходимы различные взрывные упражнения. Скорость — это все-таки у нас больше трицепс. Насколько я быстро смогу выкинуть руку, потому что не только разворот важен, но и насколько быстро рука достигнет цели. Для этого используются различные взрывные отжимания. Посмотрим. Итак, различные отжимания со сменой рук, различные хлопковые отжимания. Можно два раза отжиматься. Расточные, более сложные отжимания. Все направлено на взрыв. Такие, положим, отжимания можно использовать. Все это направлено на взрыв для того, чтобы у меня рука вылетала максимально быстро. Так, дальше необходимо не только, чтобы рука вылетала быстро, но и чтобы возвращалась быстро. Для этого нам помогут взрывные подтягивания. Итак, подтягивание мы будем делать с хлопком. Также можно использовать подтягивания со сменой хватов. Они тоже помогут для взрыва, для ускорения удара. И последнее мы будем для улучшения удара использовать гриф. Так, первое упражнение это очень распространенное боксерское упражнение. Из старой советской школы выполняется оно следующим образом. Нужно присесть, толкнуться ногами и выкинуть гриф максимально вперед. Сейчас продемонстрирую. И максимально быстро это сделать. С максимальным взрывом. Чем тяжелее гриф, тем быстрее и жестче удар будет. Также объясню, что гриф надо кидать не вверх, а все-таки вперед. Гриф надо максимально вперед выкидывать. Потому что бьем мы не вверх, а вперед. При этом толкать и возвращать его надо максимально быстро. Он должен немножко звенеть. Звук должен быть. Второе упражнение. Для отработки поворота спины и толчка с ног используем этот же гриф с шагами. Гриф двигается вдоль туловища, постоянно корпус я максимально разворачиваю. Таз и корпус, плечо я максимально разворачиваю. Опять же, чем тяжелее гриф, тем сильнее работает спина в этот момент. На этом все. Эти упражнения помогут вам сделать ваш прямой с правой более быстрым, жестким и сильным.